друзья, не спешите, все увидите издалека. Вот закончим учиться когда-то, с головой в море жизни нырнем. На этот вопрос незаметно, ребята, ответит нам жизнь потом. Наш учитель для нас как Бог, на развилке семи дорог, как живой огонек свечи, за морозным окном в ночи. Он улыбкой растопит лед, из нас поймет, с полувзгляда без лишних фраз, он живет на земле для нас. Что же значит для нас учитель? Может, он есть причина всех бед? Может, он всех проблем сочинитель? Тот, кто мучает нас 10 лет? В знании большом океане он для нас как спасательный круг. И если ты в жизни как ежик в тумане, то он твой надежный друг. Наш учитель для нас как Бог, на развилке семи дорог, как живой огонек свечи, за морозным окном в ночи. Он улыбкой растопит лед, и любого из нас поймет, с полувзгляда без лишних фраз, он живет на земле для нас. Что же значит для нас учитель? Чем так прочно мы связаны с ним? Каждый день вы ответы ищите, как в задачах путем не одним. И когда хоть немного поймете, в чем учителя главный секрет, тогда вы себя в этом мире найдете, а это и есть ответ. Наш учитель для нас как Бог, на развилке семи дорог, как живой огонек свечи, за морозным окном в ночи. Он улыбкой растопит лед, и любого из нас поймет, с полувзгляда без лишних фраз, он живет на земле для нас, он живет на земле для нас, он живет на земле. Семи дорог, как живой огонек свечи.
лишних фраз. Он живет на земле для нас. Что же значит для нас учитель? Чем так прочно мы связаны с ним? Каждый день вы ответы ищите, как в задачах путем не одним. И когда хоть немного поймете, в чем учителя главный секрет, тогда вы себя в этом мире найдете, а это и есть ответ. Наш учитель для нас как Бог, на развилке семи дорог, как живой огонек свечи за морозным окном в ночи. Он улыбкой растопит лед и любого из нас поймет. С полувзгляда без лишних фраз он живет на земле для нас. Он живет на земле для нас. Он живет на земле. Живет на земле.